В райцентре Одесской области Березовки во время проведения строительных работ на придомовом участке местного жителя был обнаружен крупный железный предмет. Приехавшие на место сотрудники службы спасения определили, что это полутонная авиационная немецкая бомба СК-500 времен Великой Отечественной войны. Ситуация осложнялась тем, что в нескольких десятках метров от места находки расположены районные больницы и роддом. В связи с этим пациенты были эвакуированы в бомбоубежище в близлежащее общежитие. Жителей остальных домов пришлось эвакуировать из опасной зоны на километр. После этого взрывоопасная находка была погружена на спецавтомобиль, вывезена за территорию поселка и уничтожена. Количество эвакуированного населения около 300 человек. По прибытию пиротехнической группы главного управления бомба была погружена на автомобиль и вывезена за пределы города Березовка к месту уничтожения. По словам сапера, взрыв был такой мощный, что от него задрожала земля. В облгсчс говорят, что такой большой бомбы тут не видели уже более 15 лет.